Приветствую любителей игрушек из киндер-сюрприза. Сегодня на моем канале новое видео, в котором основные фигурки серии, которая шла в киндер-сюрпризах, и называется серия «Форсаж. Шпионские гонки». Ну, в принципе, именно так вот переводится вот это англоязычное название. Ну, именно так у нас в кинопрокате назван мультсериал, по которому вышли эти игрушки. Вот сериал уже, ну, по крайней мере, шел с 2019 по 2021 год, как минимум. Вот. Ну, возможно, даже уже больше. Там что-то много каких-то сезонов указано на вот всевозможных ресурсах типа Кинопоиска. Ну, и вот 5 основных фигурок у нас в этой серии. Давайте посмотрим, что это были за фигурки, которые вышли. Ну, вышла эта серия вот как минимум в Европе, ну, в сезоне 2021-2022 год. В серии было 5, вот, скажем так, главных фигурок, вот, с главными героями этого мультсериала. Вот. И было еще много допов, машинки, еще всевозможные такие дополнительные непонятные штучки. Но вот у меня только основные 5 фигурок, и вот их-то я и сейчас продемонстрирую. 5 основных главных фигурок. Каждая фигурка вставляется вот в такую подставочку. Что с этими подставочками потом еще можно сделать, в конце видео посмотрим. В общем, вот такие человечки, главные герои этого мультсериала. Так, ну, сразу переходим к следующему. Все 5 фигурок, все вот в одном стиле сделаны. То есть подставка, соответственно, ну, не промахнуться, соответствующего цвета, да, вот подставочка. И у персонажей у каждого. И вот в эту дополнительную треугольную подставочку мы их вставляем. Достаточно плотно, хорошо вставляются, держатся. Вот такой вот. Так, ну давайте переходим к следующей фигурке. Вот, здесь повеселее цвета. Так, такая красненькая подставочка. И в красном у нас еще одна героиня. Вот. Ну, мультфильм, на самом деле, он имеет отношение к известной франшизе фильмов «Форсаж» с Вином Дизелем. И, в общем-то, там определенная связь родственная тоже у главного героя этого мультсериала тоже есть. И, но все же, несмотря на некоторые отсылки, некоторые там совпадения интересные там, да, все-таки этот сериал, он, ну, нечто, что-то такое свое особенное. Наверное, вкупе прям вот что там события надо отслеживать обязательно, там не надо воспринимать так напрямую серьезно. Хотя ссылки эти есть, связь все-таки какая прослеживается. Но все-таки, я думаю, этот сериал больше не для взрослой аудитории снят. Все-таки там, конечно, он такой. Ну, вот, на мой взгляд, я его весь не смотрел, небольшие кусочки. Вот так пробежался, где-то мне попался, посмотрел, ну, обратил на него внимание, но весь смотреть не стал. Все-таки, наверное, немножечко уже не мое. Вот. Так, следующая, 4-я игрушка. Ну, я все их тоже вот вставляю по очереди в это, в эти подставочки треугольные специальные. Так, сейчас. Так. Вот следующий персонаж. Ну, достаточно яркие, забавные фигурки. Ну, и прям по героям сделанные. То есть, в реальной, как говорится, величину. Да, действительно. Уж люди похожи на людей. И на каких-то там непропорциональных этих, как иногда часто игрушки делают. Ну, в этом плане надо отдать должное, что-то новое даже, можно сказать, в киндер-сюрпризе такое произошло. Вот, в каких странах точно выходила эта серия? Ну, не могу сказать. В связи с последними всевозможными событиями и вот с ковидом, да, в мире, и еще более поздними, очень все сильно нарушено с поставками везде в мире. И я так понимаю, что, возможно, эти серии даже где-то мелькали продажи даже и у нас в стране, но, возможно, они были завезены ну, какими-то, скажем так, ну, не совсем официальными способами. Да, ну, сейчас уже не гнушаются этим, и, в общем-то, я даже где-то и рад, потому что иначе как мы могли некоторые игрушки получать, да, если их не привезут нам, не будут здесь продавать. Ну, поэтому официально я не видел яиц вот, наших российских вот этих. В то же время, ну, они там где-то мелькают, вот люди меняются ими, да, собирают серии. Возможно, это привозные яйца. Но в Европе они точно выходили во многих странах. Вот эта серия, ну, там
достаточно массово было. Скорее всего, оттуда и привезены. Вот. Но не могу этого знать точно. Итак, вот эта последняя, пятая была фигурка. Итак, вот, вот эти все подставочки теперь треугольные, которые мы здесь видим, все это сделано для того, чтобы вот эти все треугольнички между собой можно было соединить. И они вот замечательно соединяются между собой. Всех их можно соединить. Ну, давайте вот сейчас с какого-нибудь начнем. Ну, вот с этого, например. Одна в другую. Сейчас. Достаточно легко и так вот хорошо прям фиксируется все это. Получается. Давайте, чтобы оранжевый с красным не совпадало. Разделим чуть-чуть. Так, ну и последнее. Вот. И вот получается такая забавная комбинация, где у нас эти все треугольнички довольно-таки хорошо и четко соединились. И получается, всех героев можем по очереди покрутить, посмотреть. Вот все они вместе. Такая получилась интересная пятерка. Вот. Ну, что-то тоже такое новенькое придумали в Киндере. В общем-то, на мой взгляд, достаточно забавно. Ну, в общем, для тех, кто собирает киндер-сюрпризы, да, вот основные серии, и для тех, кто, может быть, любит этот сериал, однозначно эти фигурки, ну, должны понравиться и должны оказаться в коллекции. Ну, может быть, кому-то не понравится, это, как всегда, так бывает, это нормально. Вот, ну, у меня вот в коллекции теперь они есть, как я сказал, вот в сезоне 2021-2022 года эти игрушки появились, и вот рекомендуются к покупке тем, кто собирает киндеры. Пожалуй, на этом все. Вот. Еще смотрите другие видео и всегда найдете что-то интересное про киндеры. Может быть, еще что-то интересное в моих каналах найдете. Вот. Ну, по крайней мере, на моем главном канале, да, где я игрушки выставляю. Ну, а на сегодня это все. Всем пока!